Никто так и не отписал насчет этого аккаунта. Разыграю сегодня в инстаграме. С вас лишь подписка на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий. Результаты сегодня в 10 часов вечера у меня на страничке в инстаграме. Ребята, привет, друзья, с вами Влад Кабус. У меня есть супер мощный аккаунт, где находится на позиции вратаря Лионель Месси с карточкой рейтингом 96. Можно обчистить абсолютно любого рейтинга эту карточку. Мой подписчик, мой друг, взломал FIFA Mobile. Я вам могу, если что, рассказать, как это все делается. С вас лишь, например, 5000 лайков под этим роликом. Я вам расскажу, как сделать это действие. Думаю, вы сумеете все на изи это делать. Надеюсь, это вам пригодится. А пока что мы сегодня вместе с вами будем тестировать карточку Лионеля Месси на позиции вратаря. И напишите, кстати, еще в комментариях, кого следующим мне взять на позицию вратаря. Например, карточку Криштиану Роналду, либо взять карточку Пеле. Можно, кстати, игрока менять финты. Например, если у вас у... Я даже не знаю, кого. Например, у Бензема есть с пятки на пятку финт, и вам этот финт не подходит. Вы хотели бы, чтобы у вас был финт 360 градусов. С помощью этой программы вы сумеете это сделать. А мы начинаем наш первый выпуск, там, где мы тестируем нападающих на позиции вратаря. Следующий урок именно зависит от вас. Пишите. Жду максимальное количество ваших комментариев. И мы, кстати, с моим другом, который взламывает FIFA Mobile, хотим разыграть для вас очень мощнейший аккаунт. С вас лишь подписка на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать любой комментарий. Также обязательно подписаться на канал моего друга. Ну и самое главное, подписывайтесь на мою страничку в инстаграме. Всем вам хочу пожелать удачи, приятного просмотра. Знакомимся с нашим составом. Сон, Криштиану Роналду, Пети, Лукас Васкес, Марко Ройс, Дэн Донкер, Мане, Кэмпбелл, Альдервельд. С Альдервельдером не буду вас знакомить, потому что я сломаю язык, когда буду правильно... С Альдервельдером. С Тоби Алдервельд. С фамилией Тоби я вас не буду знакомить, потому что я даже не знаю, как комментаторы произносят эту фамилию. Язык просто-напросто можно сломать. Ну и также Пике и Лионель Месси на позиции вратаря. Вот такой вот у нас бешеный состав. Мы пока что переходим в равную игру. Сыграем для начала один матч в режиме атаки. Итак, наш состав с рейтингом 104 на позиции вратаря Лионель Месси, как и положено. И у нашего соперника рейтинг 106. Будет сложно играть, но ничего. Постараюсь прорваться. Очень хотел бы, чтобы я победил в этой схватке, но мне кажется, что Лионель Месси будет просто-напросто пропускать. Итак, Сон выбивает мяч. Думаю, отсюда мы забьем на изи. Да, 1-0. Лукас. На Криштиану Роналду. И здесь мы не забьем. Кстати, я думал, что я там забью на самом деле. Здесь просто-напросто обязаны забивать 2-2. Сон. Бамс. 3-2. На Сона. Здесь мешает. Слишком много мешает мне игроков. Ой, как у него подащил вратарь. Как же хорош он. Пике, давай. Пике, ты что падаешь там? Ты что падаешь? А ну-ка, если мы на Криштиану Роналду. Криштиану. Ну, думаю, здесь должны забивать. 4-6. Итак, Сон у мяча, Сон, давай, пробивай, забивай, 5-6. Итак, Криштиану Роналду, низом, забиваем, 6-7. Итак, на Криштиану Роналду, Криштиану, пробивать, забивать, нижний угол, 7-7. Так, Криштиану, дальний пас, я думаю, то, что Сон должен забивать. Да, 8-7. Марко Ройс. Марко, давай, пожалуйста, не подведи меня, да ну нафиг. Блин, мы сыграли со счетом 8-9. Как так? У меня 2 отличных момента всего лишь было. 8 хороших. У него 9 хороших. Как так? Почему, блин? Напоследок я не забил. Там просто-напросто я должен был решать, когда Марко Ройс не сумел потащить. И давайте посмотрим отчет об игре. Блин, ну обидно, конечно. Вот очень обидно. Месси спасает, ребята. Вот тупо Месси спасает. Соперник, походу, там в шоке. Месси спасает. 2 раза Месси спас. Парни, 2 сейва от Лионеля Месси. Вы просто представляете себе, у соперника рейтинг на 2 выше, нежели чем у нас. И всего лишь 2 сейва. Как такое возможно? Я не знаю, ты что там, парень? Как ты мог так, блин, облажаться? Лионель Месси тупо спаситель наших ворот. Так, мы нажимаем далее. Теперь настал момент равной игры. Итак, у нас рейтинг 104, и у моего соперника рейтинг... 104 также, Стас, Стасик, мы будем против тебя играть.
Одного игрока все лишь не хватило для того, чтобы собрать максимально топовый состав и заходы за сокровищами. Ну ничего, бывает такое. Итак, Стасик, что ты творишь? Что ты в нападение так идешь резко? Я не понял, ты что так это делаешь? Мане, ну давай, Мане, боремся. Мане, ну ты должен бороться до конца, так дела не делаются. Влево отдаст, а не вот. Подлец. Мерзавец. Ой-ой-ой-ой-ой. А я думал, Криштиану Роналду сейчас окажется мяч, но ничего. Не фартануло чуть-чуть. Куда ты там мяч отдаешь? Я не понял. Стасик, ты что там? Стасик, не мешай мне играть. Стасик, мы должны уже как-то распределить это все. Стасик. Явно не то, что мне нравится пока что происходит. Давай, отдай мне уже мяч и хватит. Заканчивай с этим всем делом. Стас, ты меня бесишь. Ну куда, куда пас? Да вообще не туда. Я не хотел туда пас отдавать. Ну шо, поехали атаковать нашего соперника. Как-то пока что не развивается наша атака. Мне не нравится, что происходит тут. Ладно, давайте от Криштиану Роналду попытаемся. Сон. Давайте перейдем в атакующую, потому что ну как-то слабо. Пока что ну очень, ну, ни о чем. Никакого серьезного момента даже не было с моей стороны, и мне такое не нравится. Так, Мане. Полетели. На Сона. Так, Сон. Итак, мы на угловой вышли. Просто обязан тащить. Давай, Тоби, да? Ну, Тоби. А если мы так? Ничего не получается. Ну, неинтересно просто матч. Я даже не знаю, будем, не будем его вставлять. Если так 0-0 будет идти игра, это, ну, ни о чем. Разыграем на Мане. А если сюда Мане? Ну, здесь обязаны просто тащить, да, 1-0. Стасик, извини, но по-другому просто никак. Давай еще последний тебе гол забьем, второй, и после этого можешь атаковать нашу Месси, я тебе даже могу дать победу. За то, что, типа, ну, так тебя нервирую немного. Я же знаю то, что ты хочешь победить, хочешь получить эти очки, хочешь получить пак. Да, понимаю, Стасик, понимаю. Кстати, если здесь сейв сделают Лионель Месси, будет идеально просто. Так, погнали. Марко Ройс. На Криштиану, Криштиану, выход один в один. Да ну ладно, все, жопа тебе, друг, извини. Да ну! Гонь его, как так? Вот это называется уровень пиздобол максимальный. Даже тут, блин, обосрался. Два раза, два выхода, грубо говоря, у меня было. И два раза обосрался. Что, по флангу придется или что? Марко Ройс, забьешь? Да, 2-0. Ну тогда, конечно, обосрался. На самом деле, вот два раза мог до этого еще забить. Фейл, эпик фейл просто. Вы знаете, уровень пиздобол максималочка. Так, давайте мы переходим в защитную тактику. Пускай он нам забивает еще два последних гола. И, ну, чтобы хотя бы ничейка была, я не буду так издеваться. Посмотрим, как Лионель Месси будет себя проявлять. У меня стоит автоигра, так что, ребята, если что, не удивляйтесь. Я вообще не сопротивляюсь, стараюсь максимально ему отдать возможность забить Лионелю Месси. Посмотрим, как Лионель Месси себя будет, я не знаю, представлять. Так, давай. Лукас. Так, отбирай мяч. Красавчик. Да, давай, на Нгалан, Раджа, давай. Месси, пожалуйста, Месси, затащи. Так, угловой. Месси, я очень надеюсь на то, что у тебя получится все. Месси, пожалуйста. Пробивай, Раджа, пробивай. Блин, Стасик, извини, но честно слово. Да ну, Стас, не гони, давай, Стас. Стасик, ну как ты не забил последние секунды? Я абсолютно ничего не делаю. Отдаю все моменты Лионелю Месси. Пускай он справляется. Хотелось бы, конечно, чтобы он справился и не обосрался, но надеемся на лучшее. Стасику, к сожалению, я не подарил победу.
Зато вот этому вот парню мы подарим. Ришарлисон, давай, давай, Ришарлисон. Ну, отбираешь мяч, красава, красава. Месси, 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 давай, Месси, Месси, Месси. Месси, опа, затащили, затащили. А ну-ка, если Месси попробовать. Действие, а ну-ка, вот так вот. Что ты там, Ришарлисон, я не понял. Ты что творишь там, а ну-ка, Месси, смотри, как бегает. Ты что, Месси, хочешь догнать или что, я не понял. Отстань ты от Месси. Отстань от Месси. Ай-яй-яй-яй-яй, ну. Красавчик, Габриэль Джезус забивает нам первый гол. Вот так вот, отменно. Месси, к сожалению, невысоким не сумел допрыгнуть, но ничего. Еще себя проявит. Давай, давай, друг, ну я тебе даю мяч. Ну что ты смеешься, я же гоню беса, ты что, не выкупаешь? Давай, давай, ну. Давай, давай. Мы... Ай-яй-яй-яй-яй, красава. Хорошая игра, хорошая, отменная просто. Да, конечно, Месси не особо хорош именно на своей позиции. Нужно его снова возвращать на позицию нападающего. Но мы будем тестировать и найдем самого лучшего нападающего, который будет просто-напросто лучшим на позиции вратаря. Так, давай, давай, отдаю тебе мяч. Давай, ну, что ты там тянешь? Блин, ну ты отобрать мяч не можешь или что? Старайся не мешать, максимально старайся не мешать, давай. Блин, уже раз 10 мог там забить бы. Да я ничего не делаю, ну, ёлы-палы. Что ж ты такое вытворяешь там? Гонит. Как так жить, объясни мне, пожалуйста. Ты куда ушел? Дурында. Ты понимаешь, я тестирую Лионеля Месси, мне срать, как ты там играешь, а ты умеешь финтиться. Бля, дебил. Какой же дурак, не понимаешь, что я тестирую Месси, мне пофиг на твои финты, мне пофиг, как ты играешь. Просто старайся забивать Лионелю Месси. Давай, здесь, угловой, пожалуйста, забей ты Лионеля Месси, либо Месси затащи. Не имеет значения, что как будет. Нет, Месси не потащил. Видимо, реально роста не хватает, реакции не хватает. Вот смотрите, как это все происходит. Да, совсем не хватает. Ладно, ребята, я ничего не поделаю. Лионель Месси, ну, как вам сказать, вроде бы прикольная карта. Знаете, вот это все круто выглядит на самом деле. Но не хватает чуть-чуть ему рефлексов, может быть, даже роста не хватает. Если что, старайтесь покупать себе карточку Лионеля Месси. Я вам расскажу, как поставить его на позицию вратаря, либо поставить другого вратаря. Все зависит только от вас. Ребята, если вам понравился такой ролик, вы ждете следующий видосик. Поставьте лайк, подпишитесь обязательно. И всегда будьте в курсе всех событий. Всем вам до скорых встреч и всем пока!